Здравствуйте, дорогие зрители! В новом 2020 году в эфире духовно-просветительская программа «Лампада», в студии Наталья Полянская. 7 января – один из самых радостных и светлых дней календаря – Рождество Христово. Этот день стал первым днем христианства, который принес человечеству истину, радость и вечную жизнь. Сегодня вы услышите поздравления епископа Полоцкого и Глубокского к Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы расскажем о встречах владыки Игнатия и духовенства Полоцкой епархии, которые прошли накануне нового календарного года. Возлюбленные о Господе отцы, всечестные матушки игумении, дорогие братья и сестры и все православные христиане Полоцкой епархии. Сердечно приветствую всех вас с праздником Рождества Христова. Этот праздник, который мы все с вами помним с детства, оставляет в наших сердцах самые радостные воспоминания, самые замечательные и высокие чувства. В мир пришел Спаситель, родился Богомладенец, который всех нас вновь возвращает к Богу, в царство правды, а не лжи, в царство милостыни, а не злобы, в царство доброты, а не греха. И мы с вами должны ответить на этот призыв Господень своим местом возле родившегося Спасителя, именно находясь ближе к Нему, стараясь в своей жизни совершать поступки, которые достойны христианина, совершать поступки, которые достойны той божественной любви, возвращающей всех нас в Царство Небесное. Все, кто следует за Христом, не живут во тьме, они идут за Ним и идут к свету. И вот этого божественного света, отражающегося в сердце каждого из нас, я желаю всем вам, дорогие братья и сестры. Я желаю вам всем радости о родившемся Богомладенце, радости, которая состоит в простоте сердца. И ведь первым, кому Господь открыл свое явление, были простые пастухи, слышавшие ангельское пение «Слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». И Господь говорит нам дальше в Евангелии, что «блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога». Чтобы узреть Бога в своей жизни, нужно иметь эту сердечную простоту. Этой искренней детской сердечной простоты я желаю вам в этот великий праздник. Желаю вам крепости сил и доброго здоровья, чтобы мы с вами мало-помалу двигались бы от нашей греховной жизни к свету, который нам открыл Богомладенец Христос. С праздником! В день святителя Николая, архиепископа Миролекийского Чудотворца, в Богоявленском кафедральном соборе города Полоцка состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты 2019. Полоцкое кадетское училище принимает в свои ряды новое пополнение тех, кто решил вступить в кадетское братство. Для учащихся руководитель отдела Полоцкой епархии по связям с вооруженными силами Республики Беларусь протоиерей Александр Шахович в сослужении диакона Владислава Маляра совершили молебен святителю Николаю Чудотворцу. Вместе с пастырским благословением каждый кадет получил в дар маленькую иконку святителя Николая, которого издавна считают небесным покровителем Полоцкого кадетского корпуса. Посвящение в кадеты – это важное мероприятие, которое должен пройти каждый. В мое время, для меня это был праздник. А для новых кадет я желаю учиться, еще раз учиться. Кадет должен быть честным и усердным. Как на мой взгляд, в кадетское училище должны идти осознанно, сами и добиваться всего, своими усилиями. Ритуал посвящения в кадеты состоялся в зале государственного учреждения Центр культуры Полоцк. Церемонию открыли концертные номера кадетов, в которых демонстрировались навыки обучения в училище и традиционный кадетский вальс, после чего состоялась вынос знамени. Около полусотни учащихся Полоцкого училища приняли присягу на верность кадетскому братству. Торжественную клятву у кадета принял директор, полковник в отставке Станислав Красовский. Посвященные в кадеты учащиеся исполнили государственный гимн Республики Беларусь и гимн города Полоцка. По окончании военный комиссар Полоцкого, Рассонского районов и города Новополоцка полковник Александр Скорзаев торжественно вручил билет кадета.
Праздник знаменателен тем, что каждый ученик волнуется перед тем, как выйти на сцену, получить кадет билета. Волнуется перед тем, как сказать жизнь Богу, честь людям. Они выходят на сцену счастливые, радостные, но немного волнуются. Я пришла в кадетское, наверное, потому что мне нравится, когда ходят женщины в форме. Это очень красиво смотрится. Все говорят, что женщина не может быть солдатом, но это не так. Я собираюсь поступить в МВД на следователя. Я пошла в кадетское, наверное, потому что пошел мой брат. Я решила пойти за ним. Посмотреть, как это. Я думала сначала, то, что мне не понравится, но когда я уже получилось месяц-два, я ощутила вот этот момент, этот счастье момент. Мне очень понравилось. Каждый день построение утром, вечером построение. Кормят вкусно. Ты учишься, как все, делаешь домашнее задание. У вас есть классный руководитель, воспитатель, который вас всему научит. Строевая подготовка. Вы будете стрелять, учиться красиво ходить. Форма – это всегда красиво. В актовом зале собралось большое количество родителей, чтобы разделить радость торжественного исторического события. В этот святой для кадет день владыка Феодосий вручил каждому виновнику торжества Святое Евангелие. Почетный гость церемонии архиепископ Феодосий был награжден медалью «175 лет знамени Полоцкого кадетского корпуса». Руководителю отдела Полоцкой епархии по связям с вооруженными силами протоиерею Александру Шаховичу директор училища полковник Станислав Красовский вручил медаль за верность кадетскому делу. Кадеты – это то поколение молодых людей, которое принесет стране благоустройство, порядок, законность, честь и доблесть. Эта идея кадетских учебных заведений родилась уже 2 столетия назад и принесла очень богатые, благодатные плоды на ниве служения стране, народу, на служение, на пути служения всякому благому делу и добру. Среди выпускников кадетских училищ, корпусов, выдающиеся государственные деятели, военачальники, ученые. Это то поколение, которое должно созидать свою нацию, свою страну. Было время, когда эта структура и эта идея исчезла с лица нашей земли. И плоды этого исчезновения мы знаем. Это крах государства, разруха, это бездуховность. Но, слава Богу, мы дожили до тех дней, когда по-иному стали смотреть на устройство страны, государства. И вместе с этой переменой к лучшему и возродились духовные школы и училища. В праздничной церемонии посвящения в кадеты приняли участие заместитель председателя Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Владимирович Хриненко, представители Полоцкого райисполкома, силовых структур Полоцкого гарнизона, Новополоцкого ГУВД, военнослужащие, представители общественных организаций, ветераны и офицеры в отставке. Кто-то из поэтов сказал: «А если я гореть не буду? А если ты гореть не будешь? А если мы гореть не будем, то кто тогда рассеет мглу?» Так вот, это поросль, это наша боль, это наша надежда, это наше будущее. И поэтому не быть на таком торжестве, как принятие присягой и посвящение в кадеты молодой поросли Белоруссии, которых, я считаю, это будущая элита, неважно, кончат они военное училище или они будут гражданскими людьми, но воспитание на кадетских традициях будет достойным продолжением истории и качественного населения нашего государства Беларуси. Ребята, дорогие мои кадеты, верьте в себя,
верьте в то, что вы можете все. Не будьте трусами. Верьте в то, что государство – это та частичка, которая делает из вас достойными людьми. Беларусь этого заслуживает. Поэтому будьте уверены в себе, будьте уверены в своем государстве, будьте всегда достойны этого государства. Я считаю, что надо иметь мечту с молодости, с юности. Мечта, допустим, как у нас это выглядело, это летать. И эта мечта должна осуществляться. И тогда человек будет абсолютно счастливым. Я хотел, чтобы молодежь тянулась в авиацию. Там сейчас очень серьезный прогресс, очень хорошие современные вертолеты, самолеты. И хотел бы сказать, что мечта должна быть обусловлена именно состоянием здоровья. Поэтому с юных лет старайтесь заниматься спортом. Я понимаю, что мне спорт помог. Я мастер спорта по вертолетному спорту, пилотаж. Вот. И мне это очень помогло в боевых действиях. Я бы, наверное, здесь бы не стоял, если бы нет умения управлять машиной в любых сложных условиях. Так что, если есть детская мечта, она в юности должна обретать крылья, и надо быть верной ей до самого конца. В преддверии великого праздника Рождества Христова в Полоцком епархиальном управлении при участии владыки Феодосия и под председательством епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия состоялся оргкомитет по подготовке и проведению рождественских встреч 2020. В заседании приняли участие секретарь и руководители отделов Полоцкой епархии, представители Полоцкого райисполкома и Новополоцкого горосполкома. Помолившись, владыка Игнатий сказал присутствующим: радуюсь тому, что такая сложилась добрая традиция в Полоцкой епархии, благодаря, конечно же, высокопреосвященнейшему архиепископу Феодосию, что у нас проводятся такие встречи, и они показывают действительный союз, а можно сказать, наверное, соработничество светской власти и духовной власти, потому что мы имеем общую цель – это духовное преображение нашего народа, и хотелось бы в дальнейшем поддерживать эту хорошую традицию, опираясь уже на многолетний опыт проведения таких рождественских встреч. Оргкомитет рассмотрел текущий вопрос по проведению совместных культурно-массовых мероприятий и принял ряд решений. По окончании владыка Игнатий преподнес гостям настольные календари. Владыка Феодосий поздравил секретаря Полоцкой епархии протоиерея Александра Петлицкого с Днем Ангела. Были подарены крестики, у кого их не было. Встреча закончилась общей молитвой. В день памяти свидетеля Спиридона Тримифунского епископ Полоцкий Глубокский Игнатий возглавил соборное богослужение в Богоявленском кафедральном соборе города Полоцка. Его преосвященство сослужили клирики Полоцкой епархии. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением матушки Марии Скобей. По отпуске божественной литургии руководитель отдела по канонизации святых протоиерей Николай Вотов произнес проповедь о житии свидетеля Спиридона Тримифунского. По окончании божественной литургии владыка Игнатий сказал: сегодня у нас состоялась такая замечательная соборная молитва, самая сильная, наверное, молитва в году, потому что все священнослужители Полоцкой епархии прибыли для участия в ежегодном отчетном собрании. И, конечно же, это нельзя было оставить только как собрание для того, чтобы составить протокол и в конце какое-то заключение прочитать. Самое важное – это единение в молитве. Самое важное – то, что сегодня было, наша общая исповедь, очищение совести, примирение друг с другом, доброе настроение, в котором мы и должны встретить замечательные рождественские праздники. Поэтому я всех вас, дорогие отцы, приветствую, всех вас рад видеть и всех вас благодарю за ваши святые молитвы.
В завершение общей молитвы духовенства в Спасо-Ефросиньевском Ставропигиальном женском монастыре состоялось общее собрание Полоцкой епархии. Собрание возглавил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. В президиуме присутствовали архиепископ Феодосий, заместитель председателя общего собрания протоиерей Александр Шахович, секретарь общего собрания протоиерей Александр Петлицкий и духовник Полоцкой епархии протоиерей Александр Карандей. В собрании приняли участие клирики Полоцкой епархии, игумени монастырей, сотрудники епархии. Архиальных отделов. Вначале епископ Игнатий от всех присутствующих поздравил владыку Феодосия с днем рождения. Далее его преосвященство выступил с докладом о жизни и деятельности Полоцкой епархии в 2019 году. Архиепископ Феодосий огласил приветственное слово и сказал духовное наставление присутствующим. Состоялось избрание состава епархиального совета, утверждение церковного суда Полоцкой епархии на 3 года и утверждение состава оргкомитета по прославлению и популяризации Дени священномученика Жданова пресвитера Шарка. Завершилось собрание принятием итогового документа. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания, до новых встреч!